Привет всем! Вы могли слышать слово «байт» или «байтить» среди молодежи, но к единице хранения и обработки цифровой информации это отношение не имеет. Что же такое «байт» в молодежном сленге, говоря простыми словами? «Байт» — это приманка, провокация. «Байтить» — приманивать, ловить на живца. На сегодняшний день данное слово используется в нескольких сферах цифровой жизни. Первое — видеоигры. В командных играх по интернету байтить означает выманивать противника, провоцировать его на атаку, устраивая при этом ловушку. Термин довольно популярен в моба-играх, например, Dota 2. Основная суть – заманить противника в ловушку и убить его. Второе – средство массовой информации. Речь в основном про интернет-СМИ, так как в случае байта важна обратная связь. Дело в том, что для продвижения видео на YouTube, различных новостей и статей в интернете, а также публикаций в социальных сетях, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и других, крайне важны поведенческие факторы, то есть то, что делает пользователь, и делает ли он что-либо. Ставит ли он лайк или дизлайк, дочитывает или досматривает ли он материал до конца и тому подобное. Немаловажным поведенческим фактором являются комментарии, поэтому нередко авторы провоцируют людей на комментарии, делая нарочные ошибки или запуская нелепые игры. Наиболее положительный байт на комменты – это розыгрыш призов среди тех, кто оставил комментарий. С английского языка слово «байт» переводится как «приманка», «наживка», «прикормка», если речь о существительном, или «завлекать», «заманить», «заманивать», «приманивать», если речь о глаголе. Говоря простыми словами, байт – это провокация на какое-либо действие с выгодой для инициатора, то есть того, кто байтит. Я байтом заниматься не буду, а просто попрошу оставить комментарий в виде ответа на вопрос, доступно ли объяснен термин. А на этом у меня все. Буду признателен, если оцените данное видео.